Цель этого конкурса – показать новый образ многодетной мамы. Современной, здоровой, активной, образованной, ориентированной на счастливую семейную жизнь и успех в профессиональной карьере. Он создан организацией многодетных семей «Многонас» и редакцией газеты «Наши дети плюс» при поддержке Общественной палаты и администрации Одинцовского района. Перед началом третьего этапа конкурса в холле волейбольного центра развернули интерактивные площадки с различными мастер-классами. Дети и их родители могли познакомиться с научными инновациями, интересными проектами, а девочки имели возможность постичь основы визажа. Немало гостей посетили волейбольный центр в этот день, чтобы посмотреть финал конкурса и поболеть за участниц. Мы коллектив Underland, мы из Кубинки, и мы участвуем в качестве группы поддержки Якушек Ирины в многодетном конкурсе «Мамы – наше все». 64 ребенка появилось на свет благодаря этим 18 женщинам. Все участницы под музыкальное сопровождение оркестра Андрея Балина поднимаются на сцену. Проигравших среди них не будет, потому что конкурс по замыслу организаторов не предполагает соперничество. Он создан для того, чтобы показать окружающим, насколько счастливой делает женщину большая семья. К третьему этапу конкурса участницы готовились особенно тщательно. Задание такое – подготовить короткий творческий номер, символизирующий семейную жизнь. Участницы делились своими откровенными мыслями, выступали с яркими театрализованными номерами. Кто-то представил себя в образе козочки с козлятами, а кто-то курочки с цыплятами. Свою семейную жизнь каждая участница видит по-разному, поэтому ни одно выступление не получилось похожим на другое. Но все номера объединяет главная идея. Она заключается в том, что большая семья – это большое счастье. По итогу трех этапов конкурса жюри определило абсолютную победительницу. Ей оказалась Светлана Хайрулина, мама шестерых детей. Впечатления очень приятные. Благодаря организаторам, ведущим мы победили. Благодаря моему мужу, моим детям. В общем, я очень довольна. Спасибо всем большое. Всем. Своим примером конкурсантки доказывают, что быть мамой и справляться с множеством дел – это не миф, а реальность. Они уверены, что дети – дар от Бога, и их должно быть много. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».